Перейти дорогу в непосредственной близости от крупного торгового центра по проспекту Толкихана рискнет, пожалуй, самый отважный. Легковые и грузовые машины здесь не ездят, летают, игнорируя дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим. На знак не больше 40 обращают внимание единицы. Редкий водитель замечает и пешеходный переход. Такая безответственность автовладельцев шокирует пользователей сайта otrar.kz. Горожане говорят, что под колесами машин на опасном участке дороги не раз погибали пешеходы. Житель Шымкента Чингис Хусаинов в рубрике «Народная новость» просит установить дополнительную защиту в виде лежащих полицейских, скоростимеров, фотофиксаторов или светофора. 3 декабря 2016 года был сбит житель этого района. В октябре либо ноябре текущего года также был сбит человек. Хочу отметить, что на данном участке дороги также неоднократно происходили различные ДТП с летальным исходом и ранее. Автомобили, проезжая с высокой скоростью, не видят людей, переходящих дорогу, несмотря на установленный ограничительный дорожный знак, ограничивающий скоростной режим в пределах 50 км в час. Представители транспортного отдела Шымкента отвечают, что все, что они могли, они уже сделали. Знак дорожный мы поставили, полосы расчертили. Лежачие полицейские здесь устанавливать нельзя. Остается лишь правоохранителям следить за порядком на дорогах в этой части города. Ну и, конечно, водителям соблюдать правила дорожного движения. Представители транспортного отдела говорят, что непременно обратятся к сотрудникам дорожной полиции с просьбой ужесточить контроль на опасной трассе. Возможно, увидев автоинспектора, водитель сбавит скорость и остановится на зебре, пропуская пешехода. Бахром Абдуллаев, Нургали Кушаналиев, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».